Добрый день! В рамках проекта «Агрономия в цифрах» мы запускаем серию новых роликов, посвященных солнечной культуре «Подсолнечник». В дальнейшем мы выпустим ряд роликов, приуроченных к основным фазам его развития, и посмотрим через цифры основные его потребности и оптимальные параметры развития. На данный момент основная часть посевов подсолнечника на юге России находится в фазе от набухания и прорастания до фазы первой пары настоящих листьев. Оптимальными параметрами для набухания и прорастания семян является температура почвы на глубине заделки 10-15 градусов. Семена набухают, потребляя 80-90% воды от своей массы. Крупные семена потребляют влаги больше, мелкие меньше. Поэтому в условиях ее недостаточности в посевном слое следует отдавать предпочтение более мелким семенам, либо же делать поправку на норму высева. Период от посева до всходов в среднем длится 10-15 дней. При выборе нормы высева рекомендуется отталкиваться от количества продуктивной влаги в метровом слое почвы. Многолетний опыт экспертов компании Сингента позволил получить следующие данные. Если запас влаги в одном метре 120 мм, то следует отдавать предпочтение такой нормы высева, которая позволит к уборке иметь 40-45 тысяч растений на гектар. 120-160 – 45-50 тысяч растений на гектар. И если у вас более 160 мм, то 50-55 тысяч растений на гектар соответственно. Также важной составляющей при выращивании подсолнечника является правильно произведенный посев, который на 70% является залогом успеха в получении будущего урожая. Для раскрытия потенциала гибрида не стоит забывать о правильности посева. Температура и наличие влаги в почве, скорость посева, и равномерность распределения семян. И, конечно, глубина заделки. Рекомендованная глубина заделки 3-7 см и на 1-2 см ниже пограничного уровня залегания влаги в почве. Наша основная задача в эти фазы – получить необходимое для планируемой урожайности количество растений на единицу площади и с помощью правильно подобранного гербицида обеспечить чистоту посевов. Факторов, приводящих к снижению урожайности, очень много. Но, как правило, основными для нас являются дефицит влаги, очень высокие температуры и качество посева. При температуре почвы 4-6 градусов всходы, как правило, появляются на 22-26 день. При температуре почвы 14-16 всходы бывают изреженными из-за быстрой потери влаги. Двойники способны снижать урожайность на 16%, тройники – на 30%. Именно поэтому важно правильное качество сева. К сожалению, повлиять на погодные условия мы никак не можем. И все, что нам остается, это с помощью качественного сева, подготовки почвы и сбалансированной системы минерального питания создать такие благоприятные условия, которые позволят нам получить дружные и равномерные всходы. Также важно использовать максимальную защиту семян с широким спектром контролируемых вредных объектов и положительным влиянием на развитие культуры. В следующем видеоролике мы с вами рассмотрим фазу от 2 до 8 листьев. Желаю вам, чтобы на ваших полях всегда были дружные и равномерные всходы. До новых встреч!